Она что, уже вместо меня здоровается? Да. Друзья, всем привет. С вами Одесский Липован. И Мелания, короче, давай по порядку. Друзья, всем привет. С вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, чтобы вы нам были здоровы. Уже многие узнали, так и да, мы на базаре. А по какому поводу, я вам сейчас быстренько расскажу. Это же мы были у Ани. Вот это там, где райский сад. Ой, мама дорогая, короче. И таки да, мы готовили хоровац и показывали райское яблоко. Звонят мне армяне уважаемые и говорят: Липованчик, ты таки красавчик, но мы тебя зовем в гости и научим готовить тебя правильный настоящий хоровац. Я говорю: арменчик, договорились, короче, с меня. Вот все, что надо, а рецепт и традиции армянские в Одессе, с него. Короче, армяне, баревзес. Правильно я сказал? Я понятия не имею. Эй, Альберт тебя научит. Погнали, сходим, что-то купим. Купим вкусные свежие овощи, заодно и цену узнаем. Что, какой, Серёж, самый вкусный шашлык? Не знаю. Ну, армяне говорят, что армянский. Возьмем кусочек мяса и проверим, да? Мы этих шашлыков перепробовали столько, что мама дорогая. Все вкусные, главное, чтобы именно с хорошим настроением все это готовилось. И что? Вот ты сейчас никогда не угадаешь. С хорошей, замечательной одесской песней. Так, а ну дай-ка я там пластинку полистаю, что у меня сейчас на уме. Мы долго были в плавании, мы долго шли сюда. Качала нас беда, болтала нас вода. И все чужие гавани, чужие города на сердце не оставили следа. Позвольте мне побыть вдвоем с Одессой. Идем, идем, идем. Мне надо ей так много рассказать. Опять иду, люди улыбаются, по лестнице воспетой, а эскалатор оставляю в стороне. И весь бульвар одним большим букетом Одесса милая протягивает мне. Ее походка так надежна и легка. Здрасте! Ее улыбка всем понятна. Не зря учила море моряка. Одесса будет ждать наверняка. Катюня, я иду, люди улыбаются, значит, быть добру, и все-таки будет хорошо. У меня, кстати, для тебя подарок есть. Ты сейчас кайфанешь и не поверишь. Катюня. Пионы? Тьфу ты, елки-палки. Песня? Хотел сказать, ну и песня потом. Хотел сказать, что у мафии руки длинные, а ты взяла уже все. Ты хоть как-нибудь с интригой дружишь? Или вот тебе надо сразу все и без прелюдий? Это я ли тебе вчера ли про прелюдию-то и говорила-то? Ну ладно, оставь ты за кадром, это я хотел немножечко поборзеть. Угости меня кофе. Убери ребенка солнца. С удовольствием, угости меня кофе. С удовольствием. Давай, гай-гуй. А у тебя, ребята, не залипнет глотка потом? Кофейная пауза. А я уже спел, все нормально. Давай, бегу, мясо разберут армянское. Фух, Меланька, глоток свежего энерджи, а? Ты что, не, а кофе помогает, особенно с утра, елки-палки. Вот я не думал, что по утрам так чехлы тяжело собирать. Пипец. Раньше встал и побежал, а сейчас пока вот это вот 2-3 чашки не выпьешь. А мы когда с тобой познакомились, ты мне все время говорил, я жайворонок, я жайворонок. Да ты меня сглазила. Ты меня сглазила. А, еще я и сглазила. Ой, ухи мои, ухи, за что же вы, братухи, так тянете их сильно, что не в мочь. Ух ты, видите, я ж почти сиротка, не брал я денег вот как. И вас прошу пионом мне помочь. Какая красота? Катюня. Здесь понюхай, идем там заберем. А почему пион? О, хорошие. Они сегодня что-то не позвонили мне. А потому что ты не понимаешь, я попросил, чтобы тебе не звонили. Здрасте! Катюня, ребята, салют, доброе утро, обалдеть, иди тебе туда, иди покажи, как я тебя люблю, иди, смотри, тут Санечка, доброе утро. Ты иди покажи, как ты меня любишь, брат, куда ты меня отправляешь? Выноси, давай, эй, до дна, эй, до дна, эй, до дна, все выноси до одинного, ой-ой-ой, Катюня, мы тут с Саней решили, короче, подарить тебе пионы. Ёшкин ты год, вот это ты дал. Ну правильно, ничего, все нормально как раз. Санечка, ты что? А что, мы сейчас забираем? А ты женат, нет? Подженены. Короче, повезло кому-то в Одессе. Вот это ты дал, так дал. Благодарочка. Это Катюша. Едем в поле куда-то маковое фотосессию устраивать. Я тебя там буду катать, короче, от посадки до посадки. А я? Фотографировать? А, нет, а и фотографировать. В разных позах, короче.
Вот как судорога поймала, короче, вот так вот и буду. Да пионы сладят люблю, когда? Пока остаются. Да, пока остаются. Да, мы сейчас ходим там, купим мясо. Говорят, свинина хорошая появилась, домашняя. Слушай, домашняя, а я хочу домашняя. Вот это же можно запекать? Ты шо, это спаржа? Прямо с барабоя? О, я думал, там только рыбалка хорошая в барабое, так еще и спаржа сумасшедшая. В том году вы тоже ее снимали. Вот он первый приход. Первый приход спаржи. Мы будем идти, возьмем. Ты знаешь, когда в Америке, дорогая? Ну его в баню. Так, там есть органика, а есть... Давайте лучше отложим. Отложите. Да, отложи, отложи. А что один? Мы завтра едем к уважаемым в гости, давай возьмем с собой спаржу, по-любому что-то запечем. Ну, возьми. А? Точно. Тогда три. Три спаржи. Два будет потолще, один будет средний. Самое главное, что она свежая. По ней видно. Все, туда в букет все пихай. Сергей. Да, здрасте, 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 здрасте. Можно для ребенка? Конечно, можно, аж бегу. Да, бомби. Здрасте. Спасибо. Все, малому огромный привет. Так и передай. Привет. Здрасте, здрасте, здрасте. Нет, она уже выспалась. Мы пока ехали, дала нам привет. Чуть-чуть поспать. Как дела? И сейчас имеет хорошее настроение. Катя, а где мой кофе? Что? Вообще. Ну растет, да. А когда нам? Сегодня что? Вот стрелка, число не помню. Ну, короче, скоро будет уже 8 месяцев. Санечка, не прощаемся, спасибо тебе огромное. Ты лучший человек в этом месте, да? Мадам, после вас. Да. Хорошего дня. От красавы, елки-палки. Слышишь? А. Вот такую надо нам сетку на огурцы натянуть, да. Займись, Сережка. Вот я иду себя как огурец и чувствую, знаешь, вот именно хорошо короче, и не шпарить, да. Так, погнали, сколько нас там будет, я, ты, Марат, короче, детей будет много, во рты, друзья. Ну, килограмм надо 3-4 брать. Свининки домашние. Сейчас поищем именно такую домашнюю, чтобы именно даже... Чтобы... Ну, чтобы самая домашняя, пышная, вот, чтобы да? Почти как на балконе выросла, знаешь. Шо? Чё, ничего, Серёженька, иди. Ого, какой инжир. Возьмёшь? Нет. Почему? Настоятельно тебе рекомендую. Давай в этом году с рассадой покончено. Не, ну прям давай, вот так вот не давай надо. Давай доведём до путя, ну то, что начали хотя бы. Подожди ты, ёлки-палки. Потом будем сажать без остановки. Хоть бы уже стройка закончилась, Сережа. Она еще, мне кажется, не началась. Слышишь, вот там коня разделывают. То есть корову. Интересно, а где Заза? На, бери телефон. Здравствуйте, Бог помощь. А Заза есть сегодня, сказать? Катюня? Дай кулачок. Скажи мне, а что есть свинина домашняя у тебя прямо сегодня? Или до Жеки идти. Надо мне хорошее, едем там в гости к уважаемым людям. Такая шея килограммчика на 3. Где ребенок, на базе? Подожди, я вспоминаю. А ты вспоминаешь, где ты ее спрятал, среди ненормальной? Да мы сейчас зайдем туда здесь и поинтересуемся. А, нет, что-то у нее там свое, короче, в голове. Вот сейчас с пакетом? Да, у нее? У нее домашняя, все. Поехали. Аккуратненько. Ой, тут прохладно, хорошо. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Дай, дай, дай. Здрасте. Там мы шукаем шею домашнюю, а что, нема сегодня? Свиной. Ё-моё. Ага. А ну давай быстренько кружок, а вот там, кружок мотнем, а может. Салка, да? Нет, сегодня надо вот то, что надо. Сегодня шейка. Дуже дякую. А ну. Ой, люхи мои, ухи, за что же вы, братухи? Так тянет их сильно, что не в мощь. Наташа, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. А у кого шея сегодня правильная? А свиная есть вообще? Ну, немного, Сереж. Блин. А ну, именно прям домашняя-домашняя? Слово, да. Сегодня именно мамина домашняя. Вот, смотри. С собой ошейка остался вот кусочек, есть шейный биток еще. Ага. Ну давай, а ну-ка покрути, он сильно суховатый, да, или нормальный? Ну это биточная часть да, уже. Да, Сереж,
ты тоже меняй. Сколько тебе надо по весу? Ну вот это вот все, наверное, с этим ушейком этим. Можно добавить и сережка шер. Не-не-не. Та-та-та-та нет, ну то да. То надо бекон заворачивать, а мы хотим именно армянский шашлык делать. Хватит, да? Не, мне этого хватит. Просто это именно такое себе хорошо биточное. Смотри. Жека, а ну врежь на половиночку. Давай, да. Да. Вот я хотел. Может, мы сейчас что-то по кусочкам пособираем, может, где-то еще какой-то кусочек живенький. Это уже для супа, понимаешь? Ага. А это? Да. Ну, хотя бы чуть-чуть уже. Ну все, шикарно. Давай тогда вот этот сейчас кусочек и вот этот кусочек. Что за шашлык из битка? Там мы помиксуем, все будет нормально. Все будет нормально. А почем свинина вообще? 250, мы сделаем скидочку 240. Вот это домашняя, обалдеть. Шея есть? Шея биточек. Только биточек вот остался кусочек. Так, 2600, нормально. Что, сальцо почем? Сейчас сделаем по 150. А почеревок? А я не для себя, я уже для людей интересуюсь. Почеревок 180. 180, а вот это вот баран шикарный. 280 уже, чуть-чуть упала. 280, говядина в ассортименте. Говядина поднялась. Ты что, где эта биржа мяса? Где она постоянно прячет? Наверное, акции, короче, там бабах на свинину упали, на говядину поднялись. Нет, уже закончилось, Заза. Ничего, я сейчас по кусочку себе здесь пособираю там. 240 говядины, 250 молодая телятина. Все, понял, услышал. Катюня, дай денег. Сколько? Пидрахуют. 620. 250. Красавец. Рыбальчик. Миланечка? Смотри, он там, дядя Серёж. Женя. Ох, ты что, где вы берете такое дядя мясо? Это вот это эксклюзив, да. Серёж. Эксклюзив. Хорошо, мы в другие гости соберемся уже с говядиной. Сейчас мы со свининой едем. Вот это песня. Это ламбада. Милане, не расстраивайся, и тебе достанется. Всего хорошего дня. До свидания. Заза, мы умчались. Поехали за овощами. Где твоя штучка? Если будешь, подойдешь. Обязательно, обязательно. Да, если да, мы да, туда да. сейчас дотянем, да. А я думаю, что мы дотянем. Подойдем. Миланюшка, рокировка, оп, скажи, все, и в кабриолете уже, погнали, а? Фунтик. Спасибо. Спасибо большое. Слушай, нам же под армянский шашлык лаваш нужен будет. Да не, может завтра мы возьмем? Здрасте, здрасте, доброе утро. Что там, как дела, все нормально? Хорошо. Катюня? Нормально, и у нас тоже, слава богу, ходим. Растете? Бродим и растем, да, да, да. Точно тебе ничего не надо? Для кормления уже не надо? Нет. Вы ее так этими витаминами зарядили, что все нормально. Главное стартануть, а потом только банки меняй. Всего хорошего дня. Галкины благодарочка. Спасение наше. Ага. Санчо, спасибо за шикарный букет. Счастливо. Милане полюбился этот кабриолет. Да, Сережка? Это вот та фраза, когда любовь с первого взгляда. Да. Сразу она его увидела, как, да. Как у нас с тобой, да? И полю... А? Но не скажи. Че это вдруг? Ну я тебя, да, а ты меня не сразу. Пока разжевала, пока распробовала, вот. Ну я сразу распробовала. Ладно, кому это надо, идем, любимка моя. Карпики, глосики, петушки да курочки. А куда мы идем? Купить самый лучший баклажан, самый лучший вкусный перец. Ты хотел сало купить, забыл сало купить. Блин, Димон, красава, ты видишь, какая у меня жена? Или кто там? Подруга дней моих суровых. Пошли. Так и водит меня туда-сюда, туда-сюда. Бегом, пока очереди нет, давай. А, о, есть, все нормально. Катюша? Андрюха? Ребята? Ух ты! Так, ну нам же надо на посылочку собрать, да? Сейчас будем брать то, что едет. То, что доедет. Катюня, ты сразу понимаешь, снимай для тех людей, у которых
нет таких прилавков. Сделай немножечко, как это, стоп-кадр. Чего? Да колбаса есть везде, вот сало, да, вот такое конечно. Надо поискать. Ты что, ты сейчас Израиль плачет, елки-палки. В Америке не знают, что делать, сейчас все хотят сразу в Одессу ехать. Так как ты сняла, это называется галопом, елки-палки. Заказывай, Сергей. Сейчас я пароль скажу. Андрюха Бородино. Бородино. Работает пароль? А, это, короче, привет от Игоря, хозяин гусей в Большой долине. Ты что, смотри, передай ему привет, елки-палки. Короче, мы на днях приезжаем туда домой. Смотрю, там за забором кто-то с такими глазами именно машет мне, короче, выхожу. А он говорит, Грибованчик, это ты, короче, ты мой сосед, а мой Андрюха, одноклассник, ты к нему приходишь, покупаешь, короче, там всякие вкусняшки. Я тебе, говорит, два гуся подарю, понял? Уже чуть не принес. Я говорю, подожди, Игорек, благодарочка, мы там чуть-чуть порядок наведем и гусей обязательно заведем, поняла? Два гуся, один серый, другой белый. Хорошо, все, я тебя жду, все нормально. Привет передали, так что нормалек. Вот те люди, елки-палки, ты понимаешь, какие хорошие и добрые? Гуся, я только мечтал. Серега, здорово. Ты там главный на Сулугуне? Да. Красава. Это тебе не макаронами торговать. Тут еще и пахнет. Еще и кормят, наверное. Ой, ты что, так что... Что, нам надо вот, вот то сало вкусное. Ну, кусочка три накидай, вот таких самых красивых. Да, это поедет одному хорошему, бородатому, интересному человеку. Ну, поедет на Днепр. Не, я возьму ее там, охлажу, все будет нормально. Там зафольгирую, короче, и отправим. А, вот такое только в вакууме? Я тебе завакуумирую его. А, о, а чего нет? Нифига у вас там агрегат. Давай вакуумируй. Все. Делай. Так давай тогда еще кусочек какой-то вот сверху лежит у тебя, вот это вот хорошо натертое. Солонинка? Вот эту солонинку. И ее тоже вакуумируй. Всю? А что, не, ну не все пять этажей. Не, ну, вот тот верхний, да-да-да. Тех этаж. Катя, это там такое, ёшкин ты кот. Дайте попробовать кусочек. А ну вруби это хамон наш одесский. Да что-то у меня полный рот слюней. Спокойно. Спасибо. Мне не надо, я с ней поделюсь. А я с тобой слюнями. Не буду. Да я шучу, я не хочу, я кофе выпил, и слава богу. Выйди на свет, на самом деле, покажи людям. Да что ты как это, елки-палки? Катюша. Вот мне все нравится, только когда тебе надо водить за руку, елки-палки. Ты понимаешь, мне надо чем-то фокус нажать. Нажми мне фокус. О! Сфокусировала? Слава богу! Я тоже хотел другого искать себе. Пойди, найди. Оператора. Не, такая ты одна. Кушай, приятного аппетита. И что? Поцелуешь меня после этого? Засосу. А если я не захочу? Я спрашивать не буду. Что? О, шикардос. Ребята, все условия. Скажи, а вы же всем, да, если захотели, вы всем засосали, да? Кому надо. Все, ребята, только не стесняйтесь говорить, да, если... Можно дальше бегать полдня по базару и не переживать, что, что с ним что-то случится. Хоть ливерную колбасу, да? Может, ее немножечко расплющить, но самое главное, что останется свежей. Можно я пойду там пару гортензий куплю? Нет. Чего? Я четко сказал? Нет. Такой серьезный, как будто бы, я не знаю, что ты замуж позвала. Или жениться. Скажи, вот всем людям надо знать, что там такое, что голова кожаная. Сколько там надо подумать за первый этаж, за всю эту штуку. И сейчас точно надо тебе эти гортензии? Да. Красота спасет мир. Знаешь такую поговорку? Это дело, ну, из своих губ немножко глупости вот в данный период лезут. Не надо нам сейчас гортензии. Во-первых, уже лето почти, елки-палки, она собралась красивая. Сажать. Мои глазки голубые. О, съехала, съехала с гортензии. Вот тебе гортензия растет и этот. Только поливай ее молоком, и все будет хорошо. Ух ты шо, а ну дай показать. Вот это он у вас сосет, обалдеть. Брынзу, брынзу бери. О, здорово. Радио, салют, привет. Шикардос. Андрюха, я понял. Понял? Да. Я понял, что я к тебе приду с букетом пионов. Да. Мы их засосем, и я их в сентябре подарю на день рождения. Так, понял? Так и сделаем. Все. Они... Не уж, не поленись, поищи они, в сентябре они же пионы. Не портятся. Если захотеть, можно в космос полететь. До свидания. Счастливо.
Все, кинем в холодильничек на полдня. Что-что? И я кинем, говорю, кинем на полдня. В холодильничек, да. И все, а потом на посылку. И будет идти вкусно. И брокколи мы тогда взяли тоже хорошо, хорошую можно взять, если есть. Давай. Что, сразу две брать? Да не, одну бери побольше. Ага. Проходите, пожалуйста. Прям побольше? Ну, не огромную, просто побольше. Давай я возьму... Возьми, как считаешь нужным, Сережа. Все, то и не умничай. И не умничай. Полторы. Да, да, а я, хотите, давайте там, я сейчас просто кину. Опа, а вы девушку взвешиваете, да, а нас потом, может, что-то мы еще доберем. А мы тоже не спешим. Растет себе медленно, потихонечку, так что, слава богу. Катюня, там кабачок есть, что? Эй, горошек надо взять. Я тоже ей в пюре добавлял. Возьми, конечно. Пару горошин. Конечно, давай. Сладенький, сахарный? А, ну да, же написано, что же. Килограммчик? Читать, что ли, не умею. Тебе килограммчик? Нет, сетка. Зачем нам сетка? А, нам? Да. Да. Килограммчик. Может, полкило. Чтоб свеженький. Сыпайте, да, килограммчик. Детей много, так что. Они сидят, так другие хвости, правильно? Как Валера говорит. А вдруг это мой? Хорошо, что ты так не говоришь, как Валера. Не, я просто точно знаю, где мой. Прекрасно. Вот, да, вот прямо оттуда и сыпайте, как удобно. Ваши 3 гривнички. Давайте это. Такие сдачи можно и мне. Миланька, сейчас 2 секундочки. Оп, дуже дякую. Да. Слушай, какое решение проблемы? Ты еще хочешь пить? Какое решение проблемы? Вот этот вот гамак впереди. Так мне и тачку за собой не надо, понимаешь? Так ты коляску сейчас покажи. Любая коляска превращается в тачку. Что ты сказала? Ничего. Все, попила, да. Поела. Поехали дальше. Сдача на базу. Катюнька, ну дай-ка я сейчас, чтобы тут голуби за нами не шли сзади и не собирали то, что я растерял. Аккуратненько завяжем. А кепка в клеточку, судьба рулеточка. О, только решили уже очередь, пошли. Да ты шо? Идем бегом, я сейчас все потрачу. Катюня. Так, Шормен говорил, самый лучший баклажан, самый лучший перец и самые лучшие помидоры. Скажи мне, так, буряк вижу свежий, морковку свежую, молодую тоже вижу. У меня, знаешь что? Что? Идея. А вон там брокколи. Правильного питания. Ты что думаешь, что так, а там идем, мы только начали. А ты знаешь, я в прошлый раз хотела взять и не нашла. Ну, сейчас ты запомнила где? Да. Ты меня сбила. Продолжать или идея. Уже не важно? Да. Конечно, продолжай. Идея. Всегда интересно приготовить наш украинский справжний борщик. Только именно молодой-молодой. От всего молодого. Молодая картошка, молодой бурячок. Молодая морква. Что ты думаешь по этому поводу? Шикарная идея. И в афганском казане. Только давай ты это все в тенечке мне будешь рассказывать. О, оп, ты что? Тут мне уже не печет голову. Не печет тебе голову, да? Да. Ай-яй-яй. Катюша! Слышишь? Ты посмотри на эту прелесть. Так куда ты убежала, елки-палки? А тут прям картинка зеленая, ага. В разных цветах. Здравствуйте, день добрый. Погнали. Или что, или за зеленью завтра уточком заедем прямо перед гостями, правильно? Да. Потому что зелень должна быть свежая. А тархун почем? 20. А его много бывает каждый день? Или да. Такое себе, да? Еле-еле чуть-чуть? Ну, встанем пораньше. На завтра обещали. На завтра будет, да? Обещали, да. Все, братик, спасибо. Огромное. О, а тут тебе, посмотри, брокколи, завались. Куда ни глянь, по обе стороны. Бабах-трах-бах. Угу. Вот что хочешь. Самое сложное, вот каким-то образом выбрать то место, где тебе надо остановиться. А мы хочется только что по 150 с тобой купили. Не, да? Ну у нас-то слажи по-любому. О, салют, хэви метал. Что ты уже купила? Привет. Клубнику? Нашу килийскую? Не, не килийскую. Эх ты, тоже не человек с Килии берет, правильно. Привет. Петру ему вечезняному. Как дела? Нормально, слава богу, ходим, бегаем, молчим, поэтому идем дальше, чтоб песни не начала петь, да. Катюня, смотри, есть по 90, а есть чуть-чуть другая цена. Кого? Брокколи? Ты шо? Не, смотри. Это твой, да? Это... Нет, это... А почем он такой красавец?
103-й играет. Ну что, будем вот такие отборные искать, а? Ну один можешь точно взять. Ну один точно возьмем. Тут и перец вроде бы ничего. Бери. Морква е. И брокколи есть, давай уже. А где ты брокколи видишь? Вон. Так, все, братик, а нам надо еще перца смачного. Здрасте. Сколько? Харовац нас там туда-сюда. Здрасте, 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 здрасте. Давай, штучек давай, 5. Давай, давай. Та не 5, штучек 6. А накидай вот самых таких упругненьких. Или давай пакетик, а я тебе буду подкидывать, да. Потому что перец должен быть лучший. Будет блюдо за всю Одессу у нас. Так, вот это вот красава. Вот это файный. Сколько там штук? Фати, да, наверное? 6. Все, замечательно. Сереж, а брокколи? Катюня, я так выбираю. А, брокколи? Какую? Не нет, дойдем поищем там где-то по упруге. Сколько я должна? Подожди. Вердикт. Что, сколько с нее? Так, 306. Ага. 399 все вместе. Поняла? Можно за 400. Можно за 400. Мы, что, мы будем гривны баловаться. Тем более у меня есть. О, Катюня, здесь и помидоры возьмем. Так. Здрасте. А ну покажи, я покажу. Что показать? А то у меня только ручки много. А что тебе показывать? А нам надо желтые и красные. Желтые. И красные. Это, наверное, по килограмму, да? Чтобы всего два получилось. Они же в одну цену, не? Нет. Чуть-чуть разные, да? Желтые. Хорошо, кидай. Кидай в разные пакеты, рахуй. И синенькие штучки еще, наверное, три, да? Самых красивых. Три штуки, да? Да-да-да, самых таких богатырских, потому что у меня один такой лежит, чемпион мира по размерам. 180 желтых. Ага. 180, 212. 201, 2, 12. Есть. Так, это есть. Теперь красная. Миланюшка. А, я зря сюда пошла. А что ты полезла однорукая туда, елки-палки? Тебе же снимать нечего. Полезла, красивая увидела и полезла. Ой, Миланюшка, аккуратно. Ты схватилась за помидорку? Помогаешь папе? Раз. Да, теперь аккуратненько. 85. Катюша? Я переложила, да, чтобы не упало. Что? Чё ты лезешь? На твои не заберут. Может, тебе, переживаю, может тебе надо на базаре даже торговать? Заберут на здоровье. Просто может, тебе надо на базаре торговать? Может и надо, Сережа. Я, а что ты кидаешь как дикая? А? 4. 4? Да. Давай 4. Вот этот вот. Кидай его рядом большой этот. И еще один самый красивый, может, где-то там пониже лежит. Все, шикардос. А сразу же начал за то, что мне надо на базаре, и замолчал, да, испугался? Да я подумал, что как это? Что? Лучше тебе не надо. Так, шо, сколько там коштов? 508. Катюня, ты сегодня в ударе, давай. Хорошо, Сергуня. Помидоры забрал, помидоры забрал, все забрал. И синие, и все. Мы все купили? Да, из заявленного вроде бы все, ребенку надо брокколи. Здравствуйте. Взять. Здрасте, здрасте, здрасте. О, а ну у вас упруга? Мы знаем, да. Все. Берите свежайший брокколи. А вот это вот нормально. Давайте. С хорошими шишечками. Вот так вот есть. Цибульки нема, красные у вас нема, да? Вижу, там дальше есть. Ничего. 80 гривен. Все, договорились. Катюня, одолжи тебе. Подожди, не торопись. У тебя что? У тебя что? Может нет, быть и нет. Дожились. На канале Одесский Липован заходите и будет вам счастье. Спасибо. Все, и вам огромное. Ребята, будьте здоровенькие. Взаимно. Так, что ты говоришь, Катюша, надо было еще взять? Синюю цибульку, пару штук, да? Наверное. И хочешь, не хочешь, даже человек, который не умеет готовить, с такими продуктами получится лучший хоровац. В Одессе. Катя, идем от рассады, пожалуйста, прошу тебя. Да хоть людям покажу, что ты? Ну, людям показывай. Тогда лучше людям грушу покажи, смотри, какая красивая. Красивая. У нас там тоже две груши растет. Может, одна из них такая? Очень я сомневаюсь. Да не сомневайся. Ой, 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 ой. Где-то же я видел, вот. Тут помню, тут не помню. Ого, какая туча. Что? Туча. Значит, будет дождик. Здрасте. Что, правду говорят, что у вас самый вкусный цибуля? Да,
Да? Самая тверденькая. Смачненько. Все, такую можно и с чаем пить. Вот надо штуки 4, вот самое-самое-самое такое, чтобы аж, чтоб аж Чиполлино позавидовал. Можно я вам? Конечно, конечно. 4, все, 4, шикардос. О! Не пара была. Правильно, правильно, кидайте 5. Так, итого... А чего ты не берешь молодую ей морковку? Шантане я вам дам. Вот все, шантане. Шантане? Да, я вам зараз выберу, да? Можно? Конечно. Я, не, ну у меня руки к толстому тянутся, понимаешь? Ладно бы у меня к руки к толстому тянулись, а то у тебя вообще непонятно, чего. А тут там. Именно... Возьми молодую, шантан... молодую. Я сейчас вам выберу. Катюша? Она самая сладкая, молодая вообще, она не яка. Молодая, она просто красивая, ее наряжать надо. Вот эту и вот эту, я думаю, что... Или как? А ну, вот давайте. Вот мне 3 хватит, потому что это будет все, шикардос. Это будет ребенку в пюре сюда, к брокколи, к цветной капусточке, к... Короче. 113, 100 гривен. Вот это скидка, спасибо огромное, домовились. Тримай. Благодарю. Передал. Это наша маленькая бусинка. Фунтик. Нет, это мамина дотя. Многие думают, но нет, таки папина. Спасибо за сдачу. Все, будьте здоровенькие. Ты забрал сдачу? Да не переживай, это на базе. Так, а еще раз, думай хорошо. Здрасте, здрасте, здрасте. Не волосами, а именно головой. Что мы еще хотели взять? А? Мы все взяли. Так, за зеленью мы завтра заедем, а свежий лаваш возьмем. Вечером, вот как ты вчера сделал, перебаламутил, и вкусно было. На что, на смузи? Да. Сьюзи, еще вчера мы были вдвоем. Сьюзи. Еще вчера мечтал я о том, как хорошо с тобой вдвоем нам будет, Сьюзи. А ты мне говоришь, люблю я только смузи, смузи. Ладно. Смузи так смузи. Бери. Я просто не перебиваю, Сереж. Ты же мне сделал замечание. Я молчу. Не, ну ты так моргаешь, как будто мне уже неудобно даже петь на людях. Чего тебе неудобно? Вон Миланя тебе аплодировала сейчас. Да? Любовь моя, вот я только тебе и петь и буду. Твоя мама что-то... Так что с клубникой? Во мне актера... Бери, бери, недорогая, вон по 80. Чего ты? Ну, выбрать надо, пойти посмотреть. Идем к ребятам там, где тебе уже выберут, пошли. Смотри, молодая какая в ассортименте. Ёлки-палки, ты шо? Сам Боженька велел борщ сварить. И весь молоденький. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте и вам. Все, так вот сейчас и себя увидите тоже. Так что. Здравствуйте. Всем привет, скажи. Да? Да, мы тут чаще, чем люди бы хотели. Но нет, снимаем и таки показываем, что происходит. Катюня. Да. Оператор. Очень приятно. Бабки гони, да. Да, да. Вот, и что, страшненькая? Ну, как ты говоришь, на базаре так нельзя спрашивать. Да, 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 а то скажешь, что страшненькая. Шикарная вода, одна в Одессе, так что да. Я бы... Все, ребята, будьте здоровенькие. Все, смотрите. Клубника? Да. А вы пробуйте, не стесняйтесь. Конечно, она есть везде. Да, вот попробовали, попробовали, себе запомнили и вернулись. Все. А может, сразу угадаете? Спасибо, спасибо. Героям слава. До свидания. До свидания. Ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо. Катюня, у меня уже все тут. Все? И руки, и крепления заканчиваются. Я бы уже сказал всем до свидания. Ну, ты же хочешь клубнику? Уже... Так мы уже так можем купить тихонечко. Да нет, уже пойдем попробуем. Интимно. Что ты то, что за слово-то было? Ничего, Сережа. Просто можем купить с тобой клубнику. Ну, если, если честно, да. Так зачем вам клубника тогда, если один на один? Как это? Если честно, ну ты сказала, я не услышал. Ну возьми ты скажи. Ну нет, она делает из себя принцессу. Не скажу. И что, мне надо догадываться? А ты потом будешь монтировать и услышишь. И тебе будет как впервой, знаешь, так бах. Понятно. Что вы, гу-гу-гу-гу-гу? Поехали, повезли тебя домой. Парит, да? Ты сказала, парит? Таки парит. Таки да. Еще как парит. Я ж постоял, у вас тут началась очередь, и мне не мака дождать. Я раз-два и побежал. А ну попробуй клубнику. Что? Тетя моя красивая. Ты пробуй разу, тут 3 сорта. Ты ей надо сладкое, чтобы не баловалась. Тетя моя такая красивая. Тихо. Чевина такая красивая. А где ж ваша? Наша. Давай вот эту возьмем. Пипец. А ну всыпьте нам килограмма аж 2.
Да что ты? Два килограмма. Ой, бабушки, один оператор, другой детям, да. Ой, таки, а Милана, боже, а по батюшке як? Сергеевна? Боже. Или многие думают, Липовановна? Нет. Проходите. Милания Сергеевна. Почем тебя клубить? Смешил меня. 100, 100 и 110. Я рублю вам два по 100. Договорились? Понял? Да, с походом. Ох, Катюшка тебя и смузи сегодня ждет. Елки будет. Будет везде. На губе, на волосах, на пузе. И это... Все смузи. Слушай, ну вот смотри, как так получается. Вот мы только подошли и не успели купить. А моя мама говорит, это легкая рука называется. Серьезно? Да. О, ты видишь, даже ребенок снимает шляпу. Она тоже говорит, я как не подойду, за мной очередь выстраивается. Это называется легкая рука. Все. Заразумело? Да. И денег не надо, понимаешь? Ну как не надо? Надо. Ну с легкой рукой, у меня же их нет. Только руки. Нет, что-то есть там. Если пособирать, то сдачи есть такое дело. Так, я хочу с ним у двух. Поговорить? Сфотографироваться. Держи. Давай, Катюня. Давай, наш красавчик наш. Сфотографировала, ребята. Она видео снимает. Потом... Не, мы сделаем скриншоты, все будет нормально. У меня уже там знают все. Уже есть поклонники, да? Короче, 220, 200 гривен по блату. О, смотри, так у нее и других денег нет. Ну ничего. Все. Спасибо. Все, идите, бушу. Погнали. Да жарко, да, еще. Он две уже. Ну так должно быть, пойди, поливать. Пойду, все. Всего будет нормально. Доброго. Все, до свидания. Пока. Ой, ну где ж такой в магазине встретишь, елки-палки? Только на базаре. Ай-яй-яй. Мбэ. Хотели здесь, а взяли в другом месте. Ну, так бывает. Ой, Катюня, смотри на этот размер. Ух, посмотри, ты. Ой. Здрасте. Такой по губам водить и утром будить. Любого. А? 90 и 80. Цена хорошая. Вот размер. Да потому что килийская. Бубочка. Она что, не хочет, может Сережа. Может дать тебе горошек погрызть? Сейчас, даже если я руки освобожу. Фу, а там торговля, смотри, идет. Со всех сторон. А потому а мы что что? У них раньше брали, помнишь? Потому что там и везде раньше брали, и тут где не возьми, везде хорошо. Бог помощь! А мы стоим, вас не отвлекаем, у вас так и хорошо, аж приятно наблюдать со стороны. Короче, друзьяки, от всей души с хорошим настроением для вас. Сегодня покупали на хороваться не только, правильно? Оператор, Милания, целая куча моря людей, друзья. Я Дескилипован. Всем пока-пока. Чао!